Всем привет! Сегодня мы идем искать живой муравейник. Да, ребят, всем привет! Мы идем в лес искать живой муравейник. Везде уже поискали. Да, мы уже в нескольких местах побывали. И вот сейчас заходим еще в одно место. А куда здесь? Мы застряли. И пока мы видим тут только паутины, да? И ветки. И пауков всяких. Лучше, папа, найти палку, чтобы паутина отмазать. Пойдемте, смотрите, я вам сейчас покажу очень опасное одно место. Пойдемте. Какое? Пойдемте, сейчас покажу. Какое опасное место? Почему оно опасное? Сейчас я вам расскажу, почему оно опасное. А какое? Вот оно, опасное место, смотрите. Смотрите, как лежит дерево. Вы видите? Ага. Да, оно полностью сломано. Оно не полностью сломано, оно сломано, смотрите, вот. Видите, оно надломлено. И держится, я не знаю, на чем. Наверное, вот на тех вот ветках. Посмотрите. Вон там вверху, на другом дереве оно лежит. Ага. Видите? Да. Вот здесь опасно находиться, потому что это дерево может просто в любой момент упасть, и причем... Очень сильно. Да. Кому-то на голову свалиться. Сюда? Пошлите дальше. Сюда или туда? Смотрите, ну, по направлению туда может упасть, но оно может упасть в любую другую сторону, если ветер покачает его. Смотрите, как красиво паутина. Паутина. Банки там еще. Матвейка, смотри, паутины сколько. Смотри. Вау. Пока мы только видим одну паутину и пауков, да? И вот. Ребят, а еще мы нашли, знаете что? Смотрите, пойдемте, я вам покажу. Смотрите, что есть. Еще. Какие-то, смотрите, какие-то грибы. Ой, лягушка вон попрыгала. Ой, лягушка. Смотрите, грибы какие. Вон. Это как... Ну-ка, дай-ка мне палочку. Их можно кушать? Я кофту не взяла. Ничего страшного. Я. Их можно кушать? Нет, конечно. Это что? Это все поганки. Это вот если их на них наступить, то они, наверное, будут такие пх. Можно я попробую? Палочкой нужно взять и пыхнуть. Можно я попробую? Не надо наступать палочкой. А это, если... Матвейка, найди палочку. А вот еще мы... Давай. А ну-ка пыхни ее. Ух ты. Раздавить, если. Видишь, он там внутри. Смотри. Внутри он какой-то. Ой. Ауч, папа. Вот так. Тш. А если наступить? На, потолще. Будет, папа? Если наступить, что будет? Вот, что будет, если наступить? Да ничего не будет, просто раздавишь и все. Так, ну что, пойдемте? Вон еще грибы, смотрите. Смотри, сколько их белых. Таких белого цвета грибы. Это гриб упукал, призрак второй. Так, ну что, мы продолжаем поиски... Мы продолжаем что? Поиски муравейника, да? А это не муравейник случайно такой? Нет, это точно не муравейник. Это какой-то мох. Нора, это... Нора крота какого-то там. Мох какой-то. Кстати, у нас на площадке... Что, пойдемте дальше. На площадке, а сзади дома крот был. Да? Бегал. А еще у нас сзади нашего дома в Москве можно много клада найти. Ага. Клада? Там у нас там девочка одна, у нас моя подруга Соня. Она нашла сережку с драгоценными камнями. Ага, да? Прям откопала, да. Кто-то потерял, наверное. Нет, мы сейчас вот здесь еще посмотрим. Кушать уже хочу. Да, но сейчас поедем домой. Не, еще хочу поискать. Смотрите здесь как... Как красиво. Красиво, нет, да. Это не опасно, здесь не обломано, а просто такая... На колы. Ну что, пойдемте на цену? Это что, маленькое, пока еще не выросло дерево? Маленькое деревце, да. Аня, смотри, какое дерево упал, большое. Смотрите, какое дерево. Ага, а вот это ландыши. А почему здесь вот такое красное? Непонятно. Это кровь. Нет. Папа, папа, а здесь есть белки? Конечно. Пойдемте дальше. Посмотрим. Я, кстати,
кстати, уже три шишечки красивые взяла. Когда мы были в прошлом. Смотрите, это береза, что ли? Упала, да. Где была? Так, ну что, ребят, я предлагаю вернуться нам обратно к машине. А мы, я вспомнил, знаете, что я вспомнил, Ань? Что? Я вспомнил, что у нас, мы с вами сколько назад, 3 месяца назад снимали видео про наш муравейник, который у нас дома, который мы сами с вами собрали, домик для муравьев, помните? И у нас уже вылупились много-много муравьев. Я предлагаю сейчас поехать домой. И что мы сделаем? Снимем видео. Не снимем видео, да. А мы не нашли муравьев. Мы сейчас снимем продолжение этого видео. И мы расскажем про наш муравьиный дом. И что сейчас с ним происходит. Да, Матвей? Да. Ну что, поехали? Подождите. Поехали. Поехали домой. Поехали. Пойдем, Матвей. Ура! Глаза! Это смертельный знак. Что написано? Это глаза Сандерины. Ань, что написано? Что написано? Ага, что вот там вот написано? Вон там. Вот, ребята, мы вернулись из леса. И там мы не нашли никакого живого муравейника. Но сейчас мы вам расскажем о нашем муравейнике. Угу. Да. Ну что, да. Матвейка, расскажи-ка, что произошло за то время? За то время? Все, ну, сколько уже прошло? Нет, подожди, сколько прошло? 3 месяца. Как минимум 3 месяца. Да, 3 месяца. И здесь уже муравьи вылупились. Куча муравьев у нас здесь. Давай покажем. Давай покажем, что, смотрите, сколько уже муравьишек у нас. Они у нас, во-первых, давайте покажем, что, где они у нас сначала были. Они были они у нас вот... сначала были вот в этой колбочке своей. Вот в этой колбочке, которую мы оставили пока на месте, да? Мы засыпали туда камушки. И они у нас из этой колбочки перебрались вот... Котики. Да. Папа, знаешь, что из этой колбочки они пьют? Пьют. Нельзя убирать. Мы не убираем, да. Они у нас перебрались из того своего дома, уже вот в постоянное сюда жилье. Вот, у нас тут очень много ходиков, и у нас тут открыто практически все уже, да? Мы, да. Смотрите, мы открыли вот этот ход. Кроме вот этого. У нас вот этот ход у нас уже открыт. Когда да. будет 100 уже муравьев, можно будет, вот эти открывать. Да. Да. А пока их нельзя. Да, а вот пока, пока последний ход у нас закрыт. Чтобы они пусть еще разрастутся, и тогда мы откроем им последний ход. Да. А вот эти ходы, ходы мы заблокировали специально, да, вот даже изолентой, сюда, да? Надо еще одну. Еще одну. Кучу муравейников и присоединить их к нашим. Да, но если они будут у нас сильно разрастаться, то мы, конечно же, можем покупать сюда и добавлять еще, 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 и будет такой большой муравьиный его дома будет его дом. Ставить. Да. А смотрите, вот сейчас вот, сколько муравьев-то у нас уже? Да не штука. Не считали? 40-50. Да не, 50 нет. Я думаю, что штук 20, наверное. Не, 20. Они бы не расселялись. Мама сказала, то, что должно быть 35. Смотрите, они даже здесь вон ходик закрыли. Им не хочется туда больше заползать. Они ходик себе заблокировали. А как они пить тогда ходят? Через камни пролезают. Нет, во-первых, смотрите, у нас вот здесь вот есть специальная подушечка, куда мы добавляем воду. И здесь вот отсюда влажность. И, возможно, они отсюда питаются каким-то образом, да? Но если им надо прям вот именно вода, да, то они проходят туда, заходят в свою колбу и там могут попить, да. Вот этот муравьишка постоянно у нас пытается вылезти на волю. Да? Вот а еще вот пытался... это их еда,
А еще... Да, у них еще вон еда есть. Да. И, а где большая наша самая? А ну-ка, вот давайте она, их потревожим. Потревожим, чтобы они начали бегать. Что-то мы эту... Большая муравьиха, смотри, вот еле она. Ползает. Вон она. Что-то с ней случилось. Спать хочет. Видите, она какая большая. И другие муравьишки. Спать? Это здесь как... есть даже охрана, папа. По-моему. Да, смотрите, да, они здесь... Они спят, как мертвые. Угу. И здесь есть, смотрите, разные муравьи, разных размеров. Помните, вот мама нам рассказывала, что здесь есть муравьи-солдаты, которые вот побольше, да? И муравьи, это которые охраняют других муравьев. И есть маленькие муравьишки, которые рабочие. Они таскают камни, таскают еду, таскают мусор за собой, убирают. Смотрите, вот здесь вот в этом отсеке сосредоточился... Много сосредоточено мусора. Папа, видишь? Это значит мусорка. Отходы всякие, это да. Это мусорка у них там. А сюда они сложили, смотрите, сложили всякую еду. Вот в эти ходики разные, они положили папа, еду. Папа, а знаешь что? И они постоянно перемещаются, да, папа, Матвей? Да, это маг, а сюда нельзя, здесь мертвый. Знаешь, почему сюда нельзя пока запускать? Потому что здесь они всю грязь вот такую вот... Куда-то загрязнят. Сюда. Понятно. А смотрите, вот если мы вот это не открываем, да, вот только сейчас вот так вот мы сами открываем, а мы ни разу не открывали, как там оказался вот муравей, вон тот, еда не, там, ну, смотри, у какашки. У нас в кустах мальчики были, это может быть они сделали, ну, может, Мишка там лазил, он, может быть, нечаянно там открыл этот ходик. Ага. И вот три муравьишки забежали, они там погибли. Потому что мы-то вроде туда не открывали, да, ни разу, смотрите, там... Ряды погибли, папа, наверное. Там три целых муравьишки, бедненькие. Один без башки. Так, ну что, мы все, наверное, рассказали, что хотели, да? Нет. Что колония наша разрастается, муравьишки постоянно появляются. Соответственно, с тем, что и с муравьишками появляется и много мусора у них. Мы не видели, как муравьишки появляются. Ну да, мы не видим. Мы просто встаем день за днем. День проходит, а они раз вылупляются, раз вылупляются. Хотелось бы а там вот у них еще, смотрите, есть яйца, да, которые они постоянно вот тоже... Вот эти белые. Да, белые яйца. Вот матка яйца. Пытается пройти туда. Она на них постоянно сидит, это вот эта большая муравьиха. Это матка. А, муравьишки пытаются перелезть. Вон, смотри, пытаются проникнуть. Постоянно пытается вылезти на волю. Только усики туда. Ну правильно. Что, ребят, что мы хотим сказать нашим зрителям? Ставь лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока, до встречи в новых видео!